Почему же приняли правило, что лучше пропускать помеху справа, чем помеху слева? Например, приняли правило, что нужно пропускать помеху слева. Едет джип, смотрит. У него помех слева. Автобус думает. Я у джипа помеха слева, он меня должен пропустить. А если джип не заметил меня, бах, он меня выталкивает навстречу. Получается, что я, водитель автобуса, не виноват, а удар получаю, боль, страдания получаю я. Мне так совсем не нравится. Теперь, если приняли правило, что нужно пропускать помеху справа. Едет такой джип, едет такой автобус. И джип думает, я у автобуса помеха справа. Он меня должен пропустить. А если он меня не заметил, потому что цвет моей машины мокрый асфальт, и мокрый асфальт тоже цвета мокрый асфальт, и цвет машины я выбирал, потому что она не такая маркая, а не из-за того, что я буду безопасен для дорожного движения. Автобус меня не замечает, не пропускает. Бам! За то, что он меня не заметил, я его выталкиваю навстречу, он получает лобовой удар, боли, страдания все на нем. Он не заметил, он и получил по заслугам. Я тут ни при чем.